Это второй мостик. Возле второго мостика. Возле второго мостика мы хотим их через лог провести. Здесь тут тропинки нехоженые, решили для них сделать фарватер, потому что они не хотят идти, всячески их подгоняли коров. Они боятся. И вот Владимир сейчас для них решил сделать проход. Да, прямо нет, я иду. Нормально. Все, тебя не видно, брат, уже. Это я в сторону уходил. Нормально, лог сухой. Без воды. Ну и просто они боятся растительности высокой. Думают, что вода здесь. Сейчас попробуем их провести через лог. А там уже пастбище, зеленая трава, вот туда и хотим вести много зеленой травы, чтобы они уже наверняка наелись. Коровы, если пойдут, они страдают. Вот постепенно, вот туда смотри. Направи. Нормально, там от дождя водичка стоит немножко, все, а так нет. Все. Через рядом со вторым мостиком вон там был вот эта вот насыпная. Я там чуть ниже делал проход для них, для коров, но они вот здесь вот сами пошли. Вот они обходят. Брат, еще это? Виталь, сверху овечек. Начинай поджимать тоже. Ага. Конечно, боятся. Ну ты еще можешь уже их подгонять сзади там. Такое зрелище красивое. Друг за другом. И переходят они. Я посмотрел, там воды совсем чуть-чуть от дождей, потому что дамба перекрыла. Все, сейчас сюда уже вода не проходит. Вот они. Овечки любят бугры различные такие. Стоят лопоухие. Ну чё вы, все дыще дохвалит Господа овечки. Вперед! Все, они должны увидеть сейчас. Они, животные, боятся неизвестности. А когда уже дорогу знают, они пройдут спокойно. Давайте, 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 вперед.
Туда их поджимать только, где коровы прошли. А. Они своим ходом пошли. Смотри, как они плотно идут. Дорога вообще будет замечательная. О, давят друг друга аж. Хорош. Вот мы за ними и пойдем. Смотри, какая целая трасса получилась. Выгодно, да? Ну да. Ну давай, иди, я тебя поснимаю. Красавцы вообще, смотри, как они. Ну. Как по заказу, брат. Вон, брат, смотри, у тебя один блудня. Виталий, вон, один блудня, принимай его. Принимать, да? Да. Ну, сдать... Я знаю его уже, это тварь такая. Выше только поднимись, чтобы он тебя не боялся. Во, все, сейчас направляю его. О, вот это вы понимаете, дорога, так дорога. Ну все, сейчас давай. С правого фланга заходи там. А тут уже воды побольше. Где я проходил, там почти воды вообще не было. А здесь вот побольше уже. Тут, видимо, низинка небольшая есть. А? Блудня-то пришел. Всегда, когда на бугор поднимешься, оглянись назад и посмотри. Кто-нибудь в камышах не застрял, они бывают в камышах, остаются. Так. Идти неохота, видимо. Вот корень солодка, брат. Вот это вот растение, корень солодки. Ну сладкие такие корни-то. Ты еще не ел разве чай из них? Не пил? И... Он это, очень полезный. В него еще добавляются корни солодки во все лекарства. Чтоб не были горькие. Он сам по себе полезный и это со всеми лекарствами подходит. А ты разве корень солодки не увозил в 2016 году? Нет, да? Ну, значит... А? Ну, похоже, в 17-м увозил. Ну, трактор-то да, он... Нет, он в 16-м вроде был. А... Все, сейчас это... Смотри, чтобы они в поле туда не ушли, где. Да, надо вон к березкам гнать. Тут поторопись. Вот бедный брат наш Виталий побегает сегодня. Это не за компьютером сидеть, на клавиши давить. Где 2 года просидел где-то за компьютером. Мышцы у него атрофировались уже в какой-либо работе. Особенно где требуется выносливость. А здесь он и учится постепенно. Ну это первый день. Первые дни кажется как-то все сложно, потому что незнакомо. Не знаешь привычки коров, куда они могут направляться. А постепенно потом их узнаешь в психологию. Да? И с помощью Божьей уже знаешь, где подвернуть, где приостановить, где направление изменить у коров. Ну, вот так вот. Господь мудрит, если будешь молиться. Тут что, хорошо ходишь, молишься, Господа славишь, что-то заучиваешь. Я даже одно время письма писал. Ну, то есть, есть свои плюсы, есть, конечно, и минусы. Минусы начинаются, когда
рядом поля какие-то посажены. Или когда сильный ветер с дождем. Они уже против ветра не идут, а идут только под, по направлению ветра. Тогда и сложно удерживать. Ну ничего. Потянулись. Вот здесь вот клубнички много. На бугле вон видно, что вот она. Клубничка. О, овечки подтягиваются. Ребятки молодые. Шире шаг. Какой запах-то тут стоит. Запах клубники вообще. Не только клубники. Ну и этой богородской травки тут. Ну перенаправляй. Там-то что? Тоже лог, да, идет? Вот, ну, гнать надо. Только надо посмотреть, какой он. Нормально. Куда пошли? Отставить. А здесь вроде воды побольше. Посмотрим сейчас. Да, брат, тут воды много. Надо смотреть, где воды меньше. Тут воды много. И там перегонять их. Значит, надо вон туда и гнать, наверное. Вот так вот вдоль туда. Сейчас я посмотрю, как тут что. О, ласточки резвятся. Тут да, тут воды много. Тут не пройдешь просто так. Не знаю, может пройдут, а может не пройдут. Не знаю. Надо здесь попробовать, здесь сухо вот. Сюда не гоняли, видимо, местные. Мы решили подальше сегодня прогнать их. Все вот так примерно направляй, где я проходил сейчас. Пошли, вперед. Вперед, кровки, вперед. Пошли, вперед! Вперед, 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 вперед! Вперед, коровки, вперед! Шире шаг! Вон корова сейчас пройдет, где? Белая, пятая, коричневая. Не, вот эти вот должны пойти вон. Вон, пошли. Коровки, давайте побыстрее. Все, решат. Вперед. Пошла.
Потом будет это легче, брат, в следующий день уже гонять сюда. Это просто, видишь, первый раз они сложно идут. Нормально потом будет. Будешь знать уже, они уже будут проход знать, они будут ходить уже. Не знаю, не знаю. Я тебе из личного опыта говорю, что проще будет. Я чувствую сегодня после обеда. Начнутся догонялки. Догонялки. О, смотри как. Хорошо. Все, два фланга взял и идешь, а так все в ночь на эти бега начнут. Оп-оп-оп. Вперед! Кровки, вперед! Ну что встали-то? Вперед! Ну, вперед! Пошли! Ну, пошевеливайтесь копытами своими. Смотри, как ласточки резвятся. Тём, куда? В воду полез? Тогда не дави на него, пускай вылазит оттуда. Брат, брат, овечки уходят. Поверху обходи их. Наверх поднимись и с той стороны на мою сторону гони. Дальше, дальше, дальше заходи. Дальше пройди, а потом сюда гони их. Ну, потащились. Там, не знаю, вода может быть. Что там, как с водой? Дорогу. Ну да, после овесик, да, хорошая дорога получается.